Всем доброе утро. Сейчас 7 часов, начало 8. Я хочу испечь что-нибудь к чаю, пока не начался рабочий день у тех, кто работает. Потому что дело в том, что сегодня говорили, что отключат нам электроэнергию. А духовка-то у меня электрическая, поэтому хочу испечь что-нибудь к чаю, чтобы было днем с чем чай попить. Ну и остановился мой выбор снова на зебре. Так что сейчас я начну это делать. 3 яйца смешивать с сахаром. Ну, как всегда, сейчас вам покажу. И ускоримся. Беру такую вот мисочку, разбиваю сюда 3 яйца. Ага, получилось. Стакан сахара. У кого-то в рецепте написано 1,5. Кто как любит, послаще или поменьше сахара. И начинаю взбивать. Яйца взбила, сюда добавляю ванили, маленький пакетик. Снова перемешиваю. Соли, щепотку соли. Дальше наливаю стакан кефира и подогреваю в микроволновке. Кефир подогрела чуть-чуть, соды сюда добавляю. Размешиваю их. Снова размешиваю. Добавляю сюда масло. Я его тоже уже чуть-чуть подтопила в микроволновке. Ну вот, все хорошо. Все размешала хорошо. Теперь остается добавить муки. Обычно муки уходят 3-3,5 стакана. Буду добавлять и снова смешивать. Мука у меня уже просеянная, добавляю постепенно, а духовку уже на разогрев включила. Миксер я уже убрала, я не стала пользоваться дальше миксером. Как только становится тяжело, ну, можно насадку поменять на миксере и дальше продолжать взбивать тесто. Но я уже дальше буду работать лопаткой. У меня еще осталось полстакана муки, нужно ее сюда вмешать. И это будет у меня 3 стакана муки. Хорошо перемешиваю все. Духовка разогревается. И сейчас будем выкладывать тесто. Тесто у меня получилось вот такое. Кто-то пишет, что нужно пожиже делать тесто. Но можно тогда добавить снова кефира, немножко все перемешать. Но я почти всегда вот такое тесто делаю, густоватое. Зависит от размера яиц, конечно, от муки. В общем, половину теста я выкладываю в другую мисочку на глаз, визуально половина, как получится. В одну часть добавляю какао-порошок. И можно сказать, что тесто наше готово. Сейчас добавлю в одну часть какао, размешаю и покажу. Перемешиваю, чтобы был коричневый цвет однородный. Вот смотрите, у меня такой густоты тесто, можно сделать пожиже. Чуть-чуть добавить ложечку кефира. Оказалось, что у меня какао-порошок не хватило. Я добавила какао растворимый. И поэтому цвет будет не очень темный. Ну, ничего страшного. Беру 2 одинаковые ложки. В одной уже лежит, в другой нет еще. И форму уже промаслила. И сюда в середину начинаю выкладывать тесто по одной ложке. В серединку. Можно, конечно, говорю, жидкое сделать тесто. Будет литься с ложки.
Ну, я уже привыкла вот такое делать, которое густоватое. Так, друг на друга, в серединку. Полностью выложу все тесто. Ну, вот так вот у меня получилось. Возможно, я сегодня взяла форму чуть побольше, поэтому кажется, что тесто маловато. Ну, любой высоты. Домашний пирог, он и есть домашний пирог. Теперь я провожу зубочисткой такие полосочки. Но это чисто просто для визуального взгляда. Для того, чтобы смотреть было приятно. Вот такой типа цветочек у нас получился. И все, ставлю в духовку. 180 градусов, минут 40-45. Буду проверять зубочисткой. Так, вот мой пирог готов. Зубочисткой я не могу проткнуть, потому что он высокий. Беру вот такой нож. И в самом высоком месте протыкаю. Все хорошо. Сухой нож. Сейчас я его вытащу из формы. Горячий. Вот что у меня получилось с этой стороны. Пирог очень хороший получился. Подождать надо, чтобы чуть-чуть остыл, потом я разрежу. Чуть-чуть пирог остыл, не терпится же нам. Надо же утренний кофе пить, чай, кофе, кому что. Ребята ко мне пришли. И Аня, и Миша пришли. Бабушку я уже накормила на часа. Покажи, сколько времени. Девять часов, а бабушка у нас завтракает 8:30. Свет у нас пока еще не выключили. Возможно, не выключат, но интернета все равно, говорят, не будет, потому что интернет у нас идет от села. Та-та-та-там! Все это вам. И порог еще идет, видите? Еще горячий. На кусочки разрежу, быстрее остынет. Нарушаю все правила, да? Надо, чтобы остыл, потом уже кусочки делать. Так. Вот такая красота у меня получилась. Вот так мой пирог выглядит внутри, в разрезе. Вот все и готово. И мои зебрята идут на стол. Всем желаю приятного завтрака, хорошего аппетита, хорошего веселого дня, чтобы вам труд приносил пользу. Всем всего хорошего, до новых встреч!